Если в этот раз, парикмахер ты недоделанный, ты меня покрасишь какой-то бирюзовый, или каштановый, или оранжевый, или вообще радужный, я тебе этот радужный ЛГБТ в задницу засуну. Мелкий! Мелкий, ты там следи за ним, а? Ты там следи за ним, чтобы он ничего не напортачил. Если ты меня на лысо пострижешь, или если ты мне бороду сострижешь, я всю жизнь тебе просто сострижу за одну секунду. Ты все? Закончил? Молись всему святому, чтобы в этот раз все было нормально. Мелкий за тобой сидел, поэтому... Ну, тут ты немного лишним мне состриг бороду. Ну ладно, здесь она быстро вырастет. Усы вроде не тронул, пропуск в трусики все же всегда при мне должен быть. Борода есть. Ну, конечно, ты мне тут немножко излишне постриг. Я сказал тебе, дебил, не под нолик, а под единичку. И на башке ты мне тут не постриг. Я выгляжу, как будто шампиньон какой-то. Почему у меня сверху вот так идет? Я как будто зефирка какая-то. Эдичка, зефирка. Местные погоняла. Ну ладно. Не так уж плохо, как было в предыдущие разы. Ну чё, как тебе нравится с этим розовым цветом, а? Я свой уже смыл, а вот ты со своим ходи до сих пор. Я всегда мелкого с собой буду сюда тащить, чтобы он следил за твоей задницей. Хитрой! Пошли, мелкий, пошли. Чё, А заплатить? Ты ляп? Мелкий, пропиши ему звездюлину в лобик. Пропиши! Опа! Сейчас стекло тебе разобьем. Какие заплатить? Это моральная компенсация за ущерб, который ты мне нанес моей семье, моим детям, моей жене, которой нет. И детей тоже нет. Но ты им нанес как-то моральный ущерб. Все, до свидания. Ты посмотри, собака какая. Пропиши ему еще раз мелкий в окно. Пропиши. Давай. Так тебе и надо. Дебил. В следующей серии, мелкий, мы с тобой забабенькаем концерт в нашем ресторанчике. А послезавтра пойдем за Костей. Потому что в предыдущей серии этот чувак, который мне позвонил, он сказал, что через 3 дня я должен встретиться с ним в лесу. И как я уже сказал, мелкий, я туда пойду сам. Без тебя. А сейчас, мелкий, мы с тобой должны сделать то, что задумали в предыдущей серии. Давай за мной, побежал, мелкий. Пока мы бежим, обязательно тебе нужно посмотреть предыдущую серию. Я даже в описании оставлю ссылочку на весь плейлист сезона жизни ютубера. И сейчас надо мной будет подсказочка. Переходи на последнюю серию, чтобы узнать, что там происходило. И чтобы узнать, куда мы сегодня все пойдем. Все собрались! Быстро, все ко мне! Давай! Опа, еще один притопал сюда. Сейчас вас уже 4. Один мелкий против вас 4 чубзилетов. Сейчас мы посмотрим, кто здесь самый блатной и кому здесь позволено махать руками или нет. Слышь, мелкий, нагни вот этого раком, он меня бесит. Сейчас мы ему простату этой рогаткой проверим. Рогатки спрятали, а то я сейчас свой калаш достану. И вы больше никогда свои рогатки не захотите мне показывать. Все, убрали. Не по-мужски. А по-мужски то, чем мы сейчас будем с вами заниматься. Разрешите вам продемонстрировать, разрешите вам показать то место, которое я давно приглянул. Заходим по очереди, идем медленно за мной. Давайте. Не толпиться, не ломиться в двери. Сейчас. Заходите, двери за собой закрывайте, свет включайте. Какой здесь, в принципе, он работает, мне кажется, здесь все лампочки уже перегорели. Опа! Вот здесь включим. Заходите. Как вы можете видеть, это старый, очень старый бойцовский клуб, тренажерный клуб, боксерский зал. Да. Фукать здесь не надо. Я вижу то, что здесь много плесени, я вижу то, что здесь много паутины. Ну как бы он работал еще, когда вышки ты даже на эту планету еще не появились, когда ваша мамка даже еще не забеременела. 1980 год, он открылся очень давно, в принципе, тот же год и закрылся, а я-то про него совсем недавно узнал. И зачем мы с вами сегодня здесь собрались? Давайте все быстренько заходите, проходите на ринг. Каждый, садитесь, детвора, сейчас дядя Эдичка расскажет вам хорошую сказку. Сядьте, не биться, сейчас мы все решим. Все сели и слушаем меня. Здесь мы будем выяснять, у кого на самом деле в трусах яйца, а у кого орешки прогнившие. Здесь мы будем выяснять, у кого реально стальная бицуха, а у кого мамкино молочко еще на губах не высохло. Хулиганы местные.
Здесь мы будем выяснять реально, кто самый крутой шкет на всем районе. А кто будет мне в магаз за кока-колой бегать, когда я его попрошу? А? Добро пожаловать в бойцовский клуб. Сейчас слушайте меня внимательно. В бойцовском клубе есть правила. Кто нарушит эти правила, больше никогда в жизни сюда не попадет. Вы готовы слушать, дети? Молодцы, молодцы. Первое правило бойцовского клуба. Никому не говорить про бойцовский клуб. Всем все понятно? Второе правило бойцовского клуба. Никогда никому не говорить про бойцовский клуб. Это правило вам тоже понятно? Молодцы. Третье правило бойцовского клуба. Что происходит в бойцовском клубе, остается в бойцовском клубе. За пределы этого клуба ничего не выносим. Четвертое правило. Сражение проходит только один на один. До первой крови или до тех пор, пока кто-то кого-то не вырубит. И пятое, ключевое правило бойцовского клуба – шкиты. В бойцовском клубе не важны ни победы, ни проигрыши. Сюда попадают только те люди, которые хотят доказать в первую очередь себе, то, что они чего-то стоят. Здесь мужики становятся мужиками, а школотроны получают подсрачники по заднице. Вот мы и выясним, кто кому сегодня наваляет. Попрошу вас свалить чертовой бабушке с этого ринга. Давайте, 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 проваливайте, проваливайте. Все проваливайте, кроме богатого школьника, кроме мелкого. Проваливайте. Мелкий лопатку выбросил или что это, вилка? Выбросил, выбросил. В бойцовском клубе нет никаких оружий. Прошу вас подойти к середине. Прошу, прошу подойти тебе, мелкий, и тебя, богатый школьник. В левом углу 7-летний пацаненок в трусах, которого я привык называть сыном, хоть он и не мой сын, он сын Костечки, он очень сильно похож на Костечку. Да-да-да, да, мелкий, мы тебя спалили, ты сын Костечки. Нет, не Костечки, ну ладно, неважно. Короче, чувак в трусах. В правом углу богатый, разбалованный мамкой и папкой мажор, который пришел с соседнего города и задвигает здесь всем свои правила, которые сейчас получит по лещам. А если наваляет лещи мелкому, значит потом от меня лещи получит. Понятно? Молодец. Я как бы вмешиваться сюда вообще не буду, это вы один на один, как бы правило бойцовского клуба, но если что, знай, просто потом от меня звездюли получите. Как я сказал, деремся или до первой крови, или до того, когда кто-то кого-то вырубит. А еще я буду записывать бой на камеру, а то мне как бы тоже еще ролики на YouTube нужно загружать, вот. Я же последний ролик, который выложил, это вот с этим богатым школьником, где я записывал его квартиру. Кстати, да, он уже на YouTube, нужно потом будет бабки за него забрать. А сейчас еще запишу бой, как богатый школьник и мелкий... Теребунькаются на ринге, вот. Никакого оружия, пальцы в глаза не тычем, по яйцам не бьем, честный бой. Мелкий, наваляй ему просто по щам, ага, хорошо. Вы готовы? На счет три поединок начинается. Давайте. Раз, два, три. Погнали, 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 погнали. Сейчас мы посмотрим, кто кому наваляет. Раунд длится примерно 20-30 секунд, поэтому кто кому сильнее всего вмажет, если у тебя там с носика богатый школьник кровушка польется, поэтому не кричи, ты просто выбываешь и проигрываешь. С ноги в лицо? Это я сейчас с ноги в лицо дам. С какой ноги здесь только руками дерутся? Мелкий, давай, 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 пропиши ему двоечку. С руки в хлебало, слушайте, че... Да меня-то за что бить? Давай, 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 сколько там уже? 5, 4, 3, 2, 1, все! Брейк, 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 все, все, тихо, первый раунд закончен. Все, все по местам, все по местам. Че ты как мелкий, он тебе вмазал или ты ему вмазал? Кто кому вмазал? Ты ему вмазал? А он тебе вмазал? Нет? Молодец. Давай, садись, садись на табуретку. Садись, давай. Садись быстро. А на самом деле, реально хорошая затея. А может мне реально здесь открыть свой бойцовский клуб и просто преподавать какие-то уроки мастерства? Дополнительный бизнес. Меня-то батя в детстве хорошо так обучал всякой самообороне. Я вот, допустим, знаю прием тройной хуяк называется. Хуяк, хуяк, хуяк! Вот, батя научил. А еще он меня научил стилю бухого енота. Типа вот так. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, ща как прием, ща как ты, ща сказал, вот примерно так меня батя учил в детстве. Ну, стиль бухого енота на самом деле мне уже много раз помогал,
Я реально тренером могу стать и вот давать уроки вот таким же школотроном. Я лучше их буду учить как друг другу. Вызовите реанимацию, здесь человеку плохо. С тобой все нормально, школотрон? Тебе просто сейчас вот это позвоночник сломался только что. Все нормально? Ага, хорошо. Все, я открываю школу своего боевого искусства. Мелкий, держи водичку, попей водичку, она тебе пригодится. Вы готовы? Все, сваливайте, 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 давайте. Ху-ху-ху. Мелкий, выдержи еще один раунд. Выдержишь? Главное, выдержи еще один, потом у меня есть секретный план. Все, встали, 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 подошли друг к другу. На счет три начинаем второй раунд. Раз, три, погнали. Буйку в этот раз пропускаем. Мелкий, с левой пропиши ему просто фингал. Давай двоечку сразу, двоечку. С левой, справа, сразу по носу, кровь. Что так? Давай, 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 уклоняйся, что самое главное, уклоняйся. Мелкий, как Тайсон, 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 влево, влево. Можешь ему на самом деле сразу фаталити или бруталити прописать, как в Mortal Kombat. Я помню, что я тебя учил. Давай, давай, давай. Присядь и в коленку. В коленку ему давай. Просто нужно присесть вот так. И вот, вот, и вот так бить. Вмажь ему, мелкий, вмажь. Ты чё? Брейк! 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 Все по местам, по местам, по местам! Ты чё за ринг вытолкнул, собака? По местам! Мелкий, ты как, держишься? Или уже такое себе? Такое себе? Такое себе, нужно что-то придумать. Так, ладно. Не-не-не-не-не-не, без рогатки, без рогатки, без рогатки. Короче, помнишь, мелкий, перед тем, как мы пошли к парикмахеру, мы с тобой в ресторанчике горохового супчика заточили. Я-то там миллилитров 200 выхлебал, а ты всю кастрюлю просто салпом. И это будет хорошее оружие против вот этого богатого школьника. Ты посмотри, они ему там что-то объясняют. А ты, мелкий, может, не заметил, но ты фыцкаешь целый день, как сатана какой-то просто, тубзилетный. Ты, может, это... Да, ты, может, это не заметил, но мне прищепки на нос просто не... Ну, жизненно не хватает. Я уже заколебался фыцканье твое слушать. Ну, как бы, я тоже все понимаю, гороховый суп дается себе знать. Но это офигенное оружие. Я постараюсь отвлечь как-то богатого школьника. Ты ему фыцнешь вот этим гороховым настроением в лицо. Он дезориентируется, вообще ничего не будет понимать, потому что, как бы, горох, ну, это ультрахимическое оружие. И вот тогда ты ему пропишешь просто, ну, по носу. Хорошо? Кто-то скажет, что это нечестно, но я скажу, что как бы пердеть это же природно. Все мы пукаем, и ютуберы пукают, и девочки пукают, все пукают, как бы. Если вам кто-то говорит, что не пукает, он врет, он еще больше пердит, чем вы. Вот. Еще раз подслушаешь, тогда я тебе в нос перну. А мои атомные пердежи тебе лучше не видеть. Это шутка, я не пержу. Ну вот я не пержу, вот реально майнкрафтеры не пукают. Пердят как звери. Все, давайте, сваливайте, сваливайте. Третий раунд, давайте, давайте. Свалились с ринга, свалились с арены. И ты тоже, ты не особенный. Прошу, выйти, выйти. Готовы? Готовы, мелкий. Давайте. Раз, два. А тебе что надо? Ты тоже хочешь подраться? Ну, сейчас, подожди, они свой бой закончат, а потом мне идти надо. Куда тебе идти надо? Середина боя, алло. Родители зовут. Вот первый уже и уходит. Хорошо, давай проваливай с нашего бойцовского клуба. Такие слабаки нам не нужны. Давай. Давай. Родители его, видимо, зовут. А, ясно, все. Он больше здесь не участвует. Давайте. Раз. Два. Три. Слышь, школьник, смотри, баба голая за тобой. Баба голая. Наваливай ему, мелкий, наваливай, наваливай, давай, 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 ну, господи, помилуй, вызывайте санэпидемстанцию. Мелкий, давай, полосу, 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 давай. Давай, 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 пока он дезориентирован, давай, давай, пропиши ему, давай, мелкий, я тебе тоже помогу, давай. Они ничего сейчас не понимают. Давай, давай. Противогаза не дается, противогаз. Да вы давай, бей его, бей его, бей его, бей, глаза-то как слезятся. Ой. Да, давай, мелкий, запрыгни на стул, со стула ему пропиши, на стул запрыгни, и со стула еще пропиши ему со стула. Да, да не стул, ты че его стула бьешь, мелкий, стул, мелкий, стул поставил обратно, стул поставил обратно, обратно стул поставил, выбросил стул, выбросил табуретку.
Ты с ума, все, ты его... Да хватит, ты его уже в нокаут положил! В смысле так нечестно против правил? Что против правил? Пердеть? Как в смысле? Это как бы, это природно. Вот, все, в смысле против правил? Все нормально, мелкий его честно вырубил. Он жить будет? Да, конечно, будет, а мелкий ему просто так хорошенько прописал, предметами другими нельзя пользоваться. А предметами мелкий уже воспользовался уже после того, как его нокаутировал. Да, это уже как бы, знаешь, наверняка, чтобы проверить, что он там звездочки видит над башкой. Скорую вызывай срочно, да какую скорую, да будет жить, не очкуй, пацан, все будет нормально. А, ну тогда хорошо. Да я говорю, да все нормально, ну фыцнул мелкий, фыцнул. Я эти фыцки целый день уже нюхаю. Поэтому, ну как бы, что с него взять? Мелкий, 7 годиков. Вы свои 7 годиков не пердели? Пердели, все пердели. Все с ним будет нормально. Все, сейчас прошу покинуть бойцовский клуб. Он будет жить, он будет жить. Он без сознания, конечно, без сознания. Мелкий-то ему мой тройной хуяк прописал. Хуяк, хуяк, хуяк! Все с ним будет нормально. Ну, я надеюсь. Ну, может, там пару ребр сломано после табуретки. И, ну, нос сломан. Ну, возможно, сотрясение там. Три сотрясения. Может, все-таки скорую. Да, не переживай, он очнется, да? Кровь не идет, он как бы или до первой крови, или до того, когда кто-то кого-то вырубит. Мелкий, выключи запись. Вот. Мелкий вырубил. Все, попрошу свалить с моего бойцовского клуба. А как мы его домой доставим? Я ему такси вызову, все его доставят. Все, не переживайте. Приходите через пару дней, когда будет второй бой. Бойцовский клуб — хорошая тема. Все, до свидания. Ну ты красавец, мелкий. С меня вот всегда тебе чай покупал, но сейчас меня реально кофе, кружка такая хорошая, 400 миллилитров, да. Поэтому сейчас мы этого, хотел сказать, похороним. Мы его хоронить не будем, он как бы живой, ну вроде как. А ты ему уже цветки на могилу, да, цветочки на могилу бросаешь. Да он жив, посмотри, шевелится, просто без сознания, ты просто ему реально хорошо вмазал. Вот, прям с левой такой взял, па! Твою мать, я случайно в камеру шандарахнул, она на пол улетела. Вообще, подождите, дайте я подниму ее. Ты жива? Так, все с тобой нормально? Извини, ты прям улетела. Вот это я понимаю, вот это батино мастерство. Так камере прописал, то что она аж на метр улетела. Добро пожаловать в бойцовскую школу Едечки Перца. Я реально открою здесь свой бойцовский клуб. Хотя не знаю, открывать, не открывать, напиши в комментах, как ты думаешь. Мне кажется, что с меня офигенный учитель получится. Ну, по крайней мере, камере я умею прописывать. Опа, опа. Ладно, мелкий, черт с ним, очнется, тогда мы ему таксишку и закажем. Еще и новый ролик на YouTube готов. Мы с тобой, мелкий, вообще молодцы сегодня. В следующей серии мы с тобой открываем ресторан, а послезавтра мы с тобой, точнее я сам иду в лес и встречаюсь с этим чуваком, который прислал мне в предыдущей серии палец. Палец, да, если ты реально не видел предыдущую серию, я советую тебе ее посмотреть, потому что мне палец кости прислали. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение, обязательно подпишись на канал, потому что только самые настоящие бойцы подписываются на мой канал. Мы с мелким горим тебе огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем па! Ну ты прям Жан-Клод Ван Дам, матушка твоя. Сильвестр Сталлоне, прям Арнольд Фаршенегер. Фарш. Больше я тебя не буду гороховым супом кормить. Да ну тебя в сраку. Еще раз такое терпеть, как ты... Да, ну...